Доброе утро, мои дорогие. Доброе, холодное утро. Ну а что? Уже практически середина ноября. Канны еще цветут кое-где. У меня вот там на розах бутончики. Но я думаю, что вряд ли они расцветут. Хотя, кто его знает, может быть, потеплеет. Все может быть. Ну, собственно, как и обещали. Похолодание днем 9, ночью 3-4. Зима. Меня кот разбудил 5:30. Скучно ему. Выспался. Хожу вся ободранная, поцарапанная. Ну что, да, зима. Гранат весь пожелтел. Ну ладно. Планов сегодня много. Надо очухиваться. Да за дела приниматься. Ну, я, как всегда, на почту. Вот это у нас ЗАГС тут, в Черноморском. Ну, это... лавочка с замочком. Два сердца. Для тех, кто женился. Похолодало, просто прям похолодало. Бабулечка такая. Опа, сейчас на мопедик сядет и поедет. В шлеме, как положено. Да, вот такая судьба у всех приморских городков. Летом народ, движуха, а зимой вот так. Это еще такие улицы все-таки центральные, а то идешь по улице и никого не встретишь. Так, отправила я Людмиле Дмитриевне Новосибирскую область. И очень неожиданно получила посылку от сестры. Угу. Очень приятно. Спасибо, Марина. Ой, смотрите, какое интересное растение. И все-все в красных ягодках. Ой, а у меня тоже такие были. А чего-то сейчас не помню. Вчера вам показывала вечно зеленый забор. И вот, смотрите, какой кошмар, во что это превращается. Вот это мне... совсем не нравится. Да, красиво. Какое-то время. Тёмой Холёсей. Тёмой Золотой. Да. Охранник. Ну вот, нашла хоть пониже. Ну, не вся, конечно, сирень цветет, не вся. Но такое где. Ну, чё ж, конечно, уже он листья все. Видите, какие страшенные практически. Ну вот, где-то есть. Все равно удивительно и поразительно. Для меня, во всяком случае. Прислал сыночка денежку. Мамочка сходила в магазин.
коту корму. Ну и вообще что-то все подъелось дома. Да заплатила за интернет. Интернет уже второй раз за год подорожал. Вот. К лету стал 650 рублей. Вместо 450, теперь 800. Вот Толик приехал за мной. Так, ну я вернулась. Кот с ума сходит от счастья в коробке с грецкими орехами. Бабушка вернулась. Так, а я вот... Посылка мне от сестры пришла. И что-то там гремит. Ой, Марин, удивила, конечно, удивила. Так вот сделаем. Полотенчик с Новым годом, так я вижу. Ой. Девчонки, вот прям вот честно вам говорю, знать не знала, не догадывалась. Она мне не звонила, ни смс-ок не присылала. Мне когда на почте сейчас Руслана сказала, говорит, вам посылка. Я говорю, господи, от кого посылка? Вроде никто ничего не писал. Ой, Марина, ой, каменья. Ух ты. Яш, мы тут. Огромное количество. И чего тут только нету. Ой, богачество-то какое. Масик. Максик. Масик. Господи. У меня, короче, все грецких орехов, наверное, ну, штук 20 всего осталось. И они все по всему дому. Ой. Ой, какие интересные бусины. Ой, смотрите, какие. Посмотрите, какие интересные. Ой, спасибо, Марин. И главное, ничего не написала. Надо вот звонить, узнавать. Может, это кому-то что-то переделать надо. Ох, а перламутр-то какой. Это знак зодиака. Овен, наверное. Да? Я так люблю вот такие оттенки. Такие вот. Я не люблю яркие. Красные там какие-то. Я вот люблю вот такие вот. А тут он на веревочке, смотрите. Смотрите. Маленький чайничек. С глазом, от сглаза. Ой, Марин, спасибо. Так, ну это понятно. Принц красота. Вы слышите, что творит? Тут и гематит, и камушек какой-то не пойму.
Содолить, что ли. Такое ощущение, что она мне запасы все свои какие-то выслала. Какие гвоздики интересные. Вот эти вот такие. Макс. Какие интересные. Вот такие. Три штучечки. Вот представь, это у меня целый день так. Вот он меня сегодня разбудил 5:30. Вот таким грохотом. Так что, мои дорогие, как открыть? Это такие восточные. Жаба с монеткой во рту. На красной веревочке. Браслетики такие вот эти вот тоненькие. Ну и оникса тут. Ребенок радуется, живет и радуется, растет. Ну что, прям? Тут кулончик с цепочкой под золото. Ой, спасибо, Мариночка, спасибо, дорогая. Для меня это самое богатство. Бусинки, камушки. Конечно, хотелось бы, чтобы покупали чаще. Но, собственно, у меня-то самая радость-то делать. Поэтому спасибо огромное тебе. Я тебе позвоню обязательно. Так что вот так вот, девочки. У меня богатство. Спасибо, Мариночка. Вон сколько. Сейчас я все разберу. В порядок все приведу. И будет красота. Так, это уберем. Чтобы не окислялось так. Спасибо, Марин, спасибо. Дай Бог тебе здоровья.